США расширили санкционный список против России. Американский Минфин добавил в него еще 3 человек и 9 юрлиц, в том числе крымские санатории и даже ТЭЦ. Попало в список и Министерство госбезопасности ЛНР. В Москве уже отреагировали на очередной выпад Вашингтона. По словам замглавы МИДа Сергея Рябкова, попытки воздействовать на нашу страну с помощью санкций обречены на провал. А сенатор Константин Косачев заявил, что Россия ответит в политической плоскости зеркально, а и в экономической избирательно.